Коммунисты и псевдореспубликам оказались не нужны. В оккупированном Луганске продолжаются разборки между группировками сторонников коммунистической идеи. Это бывшие луганские КПУшники, которые зазывали «Русский мир» – Челенко, Максимец, Орцев и Хохлов. Вторая группа – это непосредственно Компартия Российской Федерации во главе с Гуменюком. Об этом пишет независимый портал новостей. Так КПРФ назвала луганских марксистов-ленинистов самозванцами и вышвырнула КПУ из Луганска. При этом уточнили, что любые решения и заявления руководства Компартии Украины ничтожны и к ним никакого правового и морального отношения не имеют. Единство коммунисты все-таки проявили, и те, и другие хотят отставки Симоненко, но уже порознь.